Объем выделяемых по морю средств увеличивается ежегодно. В 2014-м область получила 48 миллионов рублей, в 2015-м – 60 миллионов, в 2016-м – более 66 миллионов рублей. К федеральным средствам добавляются областные и муниципальные. В результате темпы предоставления молодым семьям бюджетных субсидий на покупку или строительство жилья не снижаются. Эта программа, а точнее подпрограмма федерального проекта «Жилище», работает в Архангельской области с 2006 года. Две пятилетки позади. С 2014 в общих списках очередников предпочтения стали отдавать многодетным семьям. Это государственная линия. Еще одна новация последних лет – привлечение к софинансированию на местах крупных предприятий, которые таким образом закрепляют на своей территории ценных для них работников. Такая практика есть в Северодвинске, Устьянском районе, Новодвинске. Особенно успешен опыт города Корабелов.